Доброе утро, ребята. Доброе утро, ребята. Мы завтракаем. Да. Доброе утро. Мы завтракаем завтрак. Настя решила снимать мое кривое утреннее лицо, но нет. Нет, не надо. Теперь мы будем смотреть на нее. Да не надо. Все, Настя сделала два яичка. Итак, друзья, еще раз доброе утро, добрый день, добрый вечер. Хрен знает, что у вас. Я в трусах. Да, не важно, что я в трусах. Это не видно. Ладно. Видно только футболку. В общем, у нас новый формат придуман. Ну, мной, естественно. Короче, новый формат называется «Минута с подписчиками». У нас будем ставить камеру. Каждый день у кого-то у одного будет такой формат. И одну минуту мы делимся переживаниями всеми, всеми своими мыслями по поводу жизни. А ничего, будет каждый день переживания, что ли? Через день? Ну, через день получается. Ну, прям откровенно, от души, чтобы по-братски, нашей семье должна рассказать. Мы же семья. Представляешь, вот так реально семья получается мы. Вообще. Получается, они все знают о нас, мы все знаем. Ничего не знаем. Мы все знаем. Вы пишите в комментариях, чтобы мы знали больше о вас. Потому что сейчас я вообще все эти комментарии читаю на этом канале. Ну что, ребята, рассказать о своих переживаниях. Наверное, у меня сейчас нету переживаний. У меня есть какие-то планы, цели, которые я очень сильно хочу осуществить. Сейчас мне нужно писать диплом, сдать его, и тогда я буду себя чувствовать максимально свободной. Совсем скоро это закончится, в конце июня у меня защита диплома. Я надеюсь, что все пройдет вообще успешно, гладко. Самое главное — это дописать его сейчас. Нужно собраться с мыслями. Какие у меня еще переживания? У меня больше прям вот таких, что переживаний, наверное, нету. Есть цели. Насчет свадьбы, допустим. Это то, что я хотела бы осуществить, и на что вообще у нас хватит денег, чтобы это все осуществить. Что еще хочу сказать? По поводу переездов, по поводу всего этого мы будем рассказывать маленечко попозже. Но это тоже такое небольшое переживание. Как это будет, что это будет. Мы хотим переехать, мы знаем, куда мы хотим переехать. Но для этого нам нужно сначала посмотреть, съездить, пожить там и уже понять, потому что вдруг нам там не понравится. Если бы мы сразу же хотели переезжать, собрали бы свои все вещи, переехали и... Непонятно, понравилось бы нам там жить или нет. В общем, следите за нами. Я думаю, что скоро будет очень интересно. И, в принципе, переживаний нет. Есть только позитивные эмоции, которые получаешь каждый день. Самая главная цель — это сейчас у меня лично, чтобы у нас была свадьба, чтобы я сдала диплом и чтобы мы переехали. Ну, или съездили куда-нибудь и уже посмотрели, куда переезжать. В общем-то, вот. Разговаривает с мамой то, что якобы в ЗАГС идет. Сейчас вам 2 месяца. Ну ладно, давай. Ну давай, одевай. В шоке она сказала, не услышали. Да, у меня денег нету, говорит сейчас. Ты что, мне ничего не сказал? Мы идем сейчас в ЗАГС. Снова попытаемся подать заявление. Кстати, скажите, Настя, подержи. Давай. Вот эта кофта, мне говорят, что она, кто-то говорит, что она не подходит. Ну, вообще, у меня, не знаю, цвет, там, что-то такое. А мне кажется, стильно смотрится. Вот вам скажите, пожалуйста, как в комментарии. А? Мне ваше мнение важнее, чем этих своих дурачков всяких там друзей плохих. Потому что они против. Я что? А ты что сказала? Мне нравится. Ну вот. У меня главное Настя, и вы напишите в комментариях. Вторая попытка, отправляемся в ЗАГС опять, подавать заявление. Потом я приду на учебу, Паша меня отвезет, и не знаю, там что-нибудь поделать с Пашей сегодня. Еще раз кофту мою посмотрите, пожалуйста. Я что-то уже не сомневаюсь. Мне больная тема просто. Не, я волнуюсь. Да нормально, все, хватит уже. Вот ему сказали, что ему не очень, все, парень. Волнуется весь, не может. Переживает. Даже сейчас не все гладко. Нам дали бумажку и отправили нас платить бабки
Госпошлина 350 рублей. Хочешь пожениться, платить? И скорее всего 1 июля у нас официально будет свадьба или распись. Пока непонятно, что это будет такое. Настя идет, улыбается. Ты, блин, Паш, мы даже с тобой не знаем, где мы хотим свадьбу. В торжественном зале. Просто расписаться. Что вообще такое? Пофиг. Вообще пофиг, блин. Главное. Вся семья, ну вся семья. Главное, Настя хочет фамилию менять. Я вот не знаю, я, наверное... Фамилию менять я хочу. А, ты уже не хочешь? Я все не понятно. Знаю. Все понятно, короче, даже фамилию менять не хочешь. Что, идем вообще? Блин, я же вообще об этом не подумала. Регистрацию брака, назначение платежа, далее. Расторжение брака. Расторжение брака, ребята, дороже. Настя стала недовольная почему-то. Передумала? Передумала. Зал, говорила вам, что зал небольшой? А можно посмотреть его? Зал очень небольшой, 15 человек, я понимаю. До скольки? Ага, 15. Больше нет, да? Мы, получается, тату уже никогда не сможем сдвинуть, например, там. Ну, если в другой день прийти, например. Там, в смысле, попозже перенести дату брака, да? Да, да. Попозже время перенести будет. Угу. Только нужно будет тоже ориентироваться, если в зале хотите, чтобы время там осталось. Угу, угу. Все. Хорошо. Уже передумываешь? Нет. Я сейчас что-то пою песню. Когда мы были молодыми, та-та-та-та-та. Короче, все, постарел. Девка меня охомутала. Знаете, почему-то грустно мне вот сейчас, когда я уже там почти роспись поставил, уже дату. Прикинь, он будет плакать, когда будет это ставить. Я буду плакать. Он плачет. Сейчас идем к Насте в учебу, на учебу. Я думаю, вы знаете, кто это. Ну, те, кто из Перми. ПГУ она учится. Типа умная, на самом деле там вообще никакой учебы у нее нет. Да? Препод с Полиной. Шестнадцать десять, я приду. Я думала, ты сейчас опоздаешь. И такая, типа, сейчас опоздаю тоже специально. Да не, я только-только освободилась. Итак, церемония бракосочетания состоится 01.07.2017 года в 11.40. Там адрес написан? Да. Ну вот, приходите. Но я думаю, что, возможно, еще дату мы перенесем. Да, скорее всего. Ну, хотя не знаю. Паша, блин, говорит, не бери мою фамилию. Прикиньте. Нет, говорит, не будешь брать мою фамилию. Почему? Не хочет, чтобы я брала его фамилию, понимаете? Я же себе объяснял, что я хочу троллить тебя. Я хочу, чтобы дети были с Сурковыся. И мы такие сурки бегали, и Бурундучка пинали, и говорили, фу, Бурундучок. Она же у нас Бурдина, Бурундучок, а мы будем сурки. Молодец какой! Прыщичек у него такой. Ради этого делал. Я же говорю, мы комментарии читаем. Я только что прочитал комментарии, то что пусть Настя не говорит ничего за камерой, говорит только на камеру. Вот так-то, понятно? Да, сейчас мы едем, друзья, в магазин продуктовый, потому что Настя захотела пожрать. У нас болезнь, к сожалению, у нас Анастасия называется. Пожрать захотели. Правда. Вечером всегда стабильненько в 7 часов, 8, 9 и даже в 11. В 11 я не ем. Но хочу. Хочу, но не ем. Там правильно написал кто-то, то, что Паша такой пафосный, ездит за рулем. Да нет, вроде не пафосный, я просто не знаю, как-то лежу, то, что может. Да.
Вам просто прыщ на лбу. Да мне вообще прыщ на лбу. Какой я нахрен пафосный? Вы что, блин? Пафосный. Пафосный человек не может быть с прыщом на лбу. Смотри, здесь много помидорок, да? Ну. Но вот это больше всего похоже на твои помидорки. Вот эти помидорки еще больше похожи. Вот он, вот. Вот это Настина помидорка. Паш, я извращенец, я не могу прямо. Почему извращенец? Просто помидорка похожа. Че? Вот он на твоем похож. А? Говори. Ну-ка, показывай. Я торчу. Теперь ее очередь. Это дурак, что ли? Я не могу. Ладно, она стесняется показать. Настя, мы выходим из ленты, у нас один большой пакет, у меня весь портфель, и ты что-то недовольна за 1000 рублей. Выходим из семьи, у нас пол маленького пакета 500 рублей. Да, кстати, ходите в ленту просто, вот там. Да, если вы правда живете у нас где-то здесь, то нахрен, лучше съездить, но сэкономить намного больше. Я тебе сейчас как... Ой, я уже лёг! Как маньяк из ДБД. Ты любишь есть? Я... Знаешь что? Я, блядь, увиделся на видео, как я выгляжу, когда в футболке у меня сижу. У меня здесь складочки Мамона. И титьки как-то уже растут. Короче, Мамон, титьки, у тебя еще и прыщ, который я хочу выдавить уже целый день, они не дают. Короче, какая-то вообще сраки происходит со мной. Меня это очень сильно бесит. И я думаю, что я хочу разлюбить кушать. Я хочу просто полюбить спорт, понимаете? Больше заниматься, мне кажется, это важнее, чем кушать и разлюбить. Еда – это смысл жизни просто, нельзя его разлюбить. Я с прыщом, жирная тварь. Мы, кстати, только что в ленте ходили и обсуждали, кто из нас тварь жирнее. И, короче, я так и решил, что все-таки, наверное, я жирнее тварь, а Настя говорит, что она жирнее тварь. Представляете? Вот настолько мы уже себя не любим, что уже жирная тварь. Выбираем себя в первую очередь. Ну ничего, скоро все изменится. Я думаю, надо будет уже сейчас заниматься. Да, мы сейчас думаем, как вообще поступить в плане там, погода, видишь, подводит просто. Занятий спорта, да. Конечно, погода. Вот это вот опять это началось. Это отмазки. Это вот опять тупые началось отмазки. То, что я в прошлом видео говорил, то, что не занимаюсь, ну потому что там погодка маленько не очень. А почему денег нет? Да потому что как бы там на работу нигде не беру, так-то я бы, конечно, вообще умный, красивый. Короче. Короче, что не занимаешься, ты иди занимайся. Либо берешь и делаешь. Либо жирная тварь, как мы с Настей. Но мы будем стремиться к лучшему, поэтому вы нам там это пишите, что мы жирные твари, не забывайте. Конечно, сейчас все комментарии будут, жирные твари, знаю я их. Едем домой. Опачки, на-на-ра-най-на-най. Часто стали покупать. Какой часто? Мы вообще почти не покупаем. Но когда мы ходим в ленту, покупаем этот хлеб, вот только ради вот этой вот штучки. Это печенька с желанием. Не с желанием, а с чем? Предсказание. Печенька с предсказанием. Вы достигнете цели, но придется еще поработать. Вот прям как в точку глядел, так и будет. Достигнем. Дай петюлю. Давай. Давай. Ура, мы достигнем. Смотрите, Пашка такой говорит, Настя, надо тут ремонт сделать, стены покрасить. И такой, чтоб начать, отодрал. Я говорю, да Паша забудет вечность. Нет, я завтра начинаю. Уже где-то 2 месяца вот он начинает завтра. Вот так вот и у нас вот так красиво, да, заходишь, красиво все. Вот. Сразу начинает у нас все. Так, по поводу вчерашнего футбола. Реал вчера очень достойно сыграл с Атлетико Мадрид. Тому, кто любит футбол, могу сказать, что я болею за Реал. Не так, чтобы прям ужас как, но я люблю эту команду. Все, друзья,
У нас наступил вечер, и я смотрю футбол. Настя встала с горшка, пришла с вами попрощаться и уже пойдет сейчас тоже в кроватку. Футбол смотрю, монтирую вам видео, как всегда, ежедневно. Вот. Мы вам желаем счастья, здоровья, мы вас очень сильно любим. Читаю я комментарии, все очень интересно. Нам нравится то, что вам многим нравится. Надеемся, то, что мы вас не подведем, вы будете вместе с нами, одной семьей, жить вместе и целовать там... Все. Что-то я уже там... Давай. Всем хорошего дня. И знайте, что все у вас получится. Нужно идти к своей цели, и все получится. Прямо как Боженька сказала. Пока-пока.